сейчас завалится на бок. И главное потом старт не проспать. Он на улице давно не был. Приехали с вороном к солонцу. Вот тут следышки двух лосят. Уже старенькие такие довольно. К солонцу вроде не подходили. Последние следы. Козлики тут вот копали. Травку кушали. Лось прошел мимо. Видели мы двух козликов с вороном всего. Заснять их там не получилось. Они быстренько убежали. Ну вот что-то тут они покрутились, а подойти не решились. Да, ворон, красавчик. Тут у меня еще рога, наверное, с весны. Без лета, не помню, когда я их там находил. Лежат. Такого хорошенького, наверное, лосика. Пошел бы он на трофей, конечно, но... Мне добыть не получилось. Одного я видел хорошенького. Ну, видео потом вставлю. Фрагмент есть. А вот, наверное, мама их не нашла, лосят. След покрупнее. Видео есть. Бежал он с лосихой, подошел к ворону метров на 60. Ко мне на 40. Ну, выходил я. Куничий след. Солнца мне не видно было из-за куста. Увидел его бегущего, пока камеру доставал, он уже далековато отбежал. Да? Ворон, ворон. Ворон давно-давно у меня не бегал. Сегодня пробежался. Как снег выпал, вообще на нем не ездил. Один раз тут дня 4, наверное, назад выехал за огородом. Маленько на нем погонял, дурь из него выгнал. Все. Месяц дома простоял. Сейчас чайку попью. Ворона хлебушка дам. Себе кусочек. И поедем дальше. Может быть, все-таки лосика где-то заметим или косулю получится заснять. Ехали сейчас, новые места с ним изучали на дальнем кордоне. Местность такая хорошая, примерно такая же, только леса побольше. И камыш есть, и кусты, и лес там бурелом завалены. И ни одного лосиного следа. Вот сюда вот ближе к солонцу в двух местах пересекли. Ну и вот получается третий раз. И все. Косули много, но не видели. Либо далеко так убегает. Как-то вот так. Поделим поровну, не кусочек. И
И ворону большой кусочек. Да, ворон? На улице было 13 градусов. Мы поехали на ветер сюда. Поначалу, хоть вроде и ветер в лицо, но так нормально казалось мне по ощущениям ехать. Потом ворон у меня начал потеть. Я не стал его гнать. Все-таки холодно. Тем более стоял под навесом, чтобы не простудился. И в общем я замерз. Ох, сейчас хорошим вкусным чаем на волшебных травах и на чаге подкрепимся и дальше поедем. Вкуснятина. Костерок, наверное, не буду разжигать. Так, согреюсь. Чай горячий. Ну и надо, наверное, от рыбалки отходить, переключаться на охоту. Маленько нашел сейчас перспективное место, где в ближайшие дни, ну, до 6 числа у меня поездками все занято. А после 6 числа, наверное, постараюсь покараулить лесу. Либо манок найду, если найду. Из списка раненого зайца я его переделал на косулю нынче. Кто видео смотрел. Где-то еще писк мыши был, манок у меня имитирующий. Может, им попробую. Либо так с какой детской игрушки попробую подманить. Или просто посижу в засаде. Может быть, подбежит. Сильно там у него дорога хорошо набита. Ну и собак надо поводить. Еще надо трофеи свои привезти как-то. В середине зимы. Может, чуть-чуть попозже, после Нового года. В общем, может быть, выложу видео. Постараюсь. Если все привезу домой. Надо еще организовать одну охоту на косулю. Возможно, будет заснято что-то. Возможно, нет. Постараемся заснять. Тоже в ближайшее время вот охоту проведем. И можно считать, что сезон по копытным полностью завершен. Ну и планы надо на следующий год разрабатывать. Я в каком-то видео говорил о планах на следующий год. Вот надо их реализовать. Ну и крупного зверя перенесем тоже на следующий год. Трофейного. Крупного зверя. Ну, вот такие вкратце планы. За кружкой чая вкусного и кусочком хлеба. Ну, что будет, интересная дорога, включусь. Если чего-то не будет, то, наверное, я не включусь. Как-то вот так вот. В общем, видео с лосиком ставлю. Там лосиха тоже хорошая, большая. Не то, что на каком-то из последних там видео, где лось к нам шел с вороном. Там она в два раза меньше.
Там у Осиха была гораздо даже здоровее моего ворона. Ну ладно. Если ничего не будет, то всем пока. О том, сколько косули. Лес весь перевернут просто. Вот это вот место. Впереди должен быть лось. Сейчас посмотрим. Может быть и нет, а может быть и да. Перерыто все. А я, в общем, ни одной не видел. Трофейчик. Осиха. Этот непонятно куда-то забежал в кусты, наверное. Эх, блин, жаль, вообще жаль. Камеру не успел достать. Три минуты у меня записи осталось. Убежали.